Добрый день, представься. Рустам Ниязов, Селтик. Ну, твои впечатления об игре? Да, сильная игра была, я чуть припоздал. Вот, я вижу, что наши ведут 2-0, но потом получилось напряженно. Начали пропускать, теряться. Вот было ощущение, что второй тайм, игра до гола, вот? Ну, было, наверное, несколько минут, да, получается. Ну, потому что немножечко начали теряться в позициях, так, все круто. Ну, так игрой довольны, да, в принципе? Да. Ну, все, удачи вам тогда. Спасибо.